Давай, 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 разворачивай его. Приподними чуть-чуть. Оп. Всем привет. Это компания ОМЗАП Автосервис. Вот поступил двигатель, заклинивший мотор. 4000 всего прошел после капитального ремонта. Ну, хозяин попросил разобраться, в чем причина. Вот дефектовка. Вообще часто они поступают? Ну, бензинки чаще, чем дизели. Довольно-таки бывают очень распространенные проблемы с этими моторами. Потому что на многих там изначально форсунки не врезаны на охлаждение. Но чтобы именно клин словить, это очень странно. Это, скорее всего, может быть некачественная сборка была произведена, либо не очень хорошие запчасти. В основном задиры. Это проблема для этих моторов. А так, чтобы клин словить, такого еще не было. Со стуком были моторы, приезжали. В этих моторах приходится шкив снимать, чтобы снять переднюю крышку, по той причине, что до болта не доберешься. Вот он скрытый. В хорошем состоянии. Ну, видимо, при капиталке меняли. Не растянуты цепи. Успокоители надо будет посмотреть. Вообще, по-хорошему, натяжители при разборке ГРМа сразу автоматически менять. Ну, не сказать, что они одноразовые, но перезарядить их проблематично. Натяжители, походу, не менялись, либо он прошел больше 4000. Успокоители очень в плачевном состоянии. Постель, распредвалов. Снимаем. Выработку видите? Это уже первоочередная причина, что давления не было. Ну, будем дальше смотреть, разбирать. Такие задиры не могли просто так образоваться. Тут тоже. Вот, смотрите, на постели. Распредвалы под замену. Их даже полирнуть не получится. Невооруженным глазом это заметно, даже не специалисту. Они должны быть идеально отполированы. Ну, они все. Вот он. Даже не обязательно трогать ногтем. Говорят, что ногтем как-то проверяется, но оно видно. И так. Тут какой вариант может быть? Или автовладелец решил бюджетно, да, сэкономить денег и менять распредвалы? Да, как вариант. Потому что, ну, такие задиры, он после капиталки никто не оставляет из нормальных работников. Либо хозяин был предупрежден об этом. Вкладыш на распредвале еще более-менее. В этих моторах есть один момент, то что два болта идут без встроенных шайб. Их желательно не потерять. Они вот спереди находятся. В комплекте просто они не идут с новыми болтами. Сняли головку блока цилиндров и, судя по состоянию поршневой, мотор был перегрет. Задиры по всему цилиндру. Остальные посмотреть пока не можем, потому что прокрутить еще не удалось. Лайфхак на. О-о-о! Видите, стружка. Откуда она могла взяться? Ну, в мотор. В моторе после ремонта. Крошки? Глянь. Фу, все. Перламутр. Автоматически после этого насос под замену. Так. На вкладышах задиры. Очень явные. Это первый. Если все остальное будет в таком же состоянии, вал на полировку минимально, что можно сделать.
тут еще хуже. Скорее всего, будет ремонт. Но не все, да. Что-то это очень сильный. Вот, задиры видно. Более-менее, в принципе, но все равно задиры есть. Но это уже пыль, это шиповало. Это вообще прикипел. Он провернул его, вот он. Вкладыши прокручены. На этом. Тоже провернутый вкладыш. Вкладыши загорели. По окончанию дефектовки данного мотора было выявлено то, что, во-первых, раз его перегревали, во-вторых, возможно, скорее всего, что в процессе обкатки после ремонта давали нагрузки, которым он не предназначен на тот момент. Все вкладыши поприлипали, это привело к клину мотора. Коленвал на замену, соответственно, поршня тоже, потому что они все синие, вот. Шатуны тоже заменять, потому что они уже повреждены. Ну, соответственно, точить мотор заново теперь. Ну, в смысле, гильзовать. Мораль истории такова, что, пожалуйста, к своему автомобилю относитесь более бережно, тем более во время обкатки, и вовремя, своевременно меняйте масло. Всем спасибо за внимание. Обращайтесь к наш сервис. Мы вам всегда поможем.